Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала в Sid Meier's Civilization 6. Напомню, я играю за Россию. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии и начать просмотр именно с нее. Ну а всем остальным приятного просмотра. Теперь мне не страшно, Конно. Боюсь спросить, а что ты сделал? Ага, Конго еще и Карфаген. Где Карфаген? Справа от Конго. Достаточно далеко, на самом деле. Но я преслов нашел. Я преслов не нашел, поэтому не знаю. И вообще получилось так, что я лево больше исследую, чем право. Я так получилось, что я вообще ничего не исследую в этот раз. Просто тут на самом деле слева территории просто завались. Ну. Но это горная гряда посередине, мне мешает. Экспансии нормально, адекватно. Мне приходится действительно расселяться сверху по побережью. Да, преслов надо будет захватывать. Калипсо, ты там отбился? Нет. Где что? Смотри, сколько у меня генерал. I shot an arrow into the air. It felt... Так. Ну, давайте думать. Вот я тут Франция ставлю делка. Город. И... Ты так вовремя пришел. Все, мне больше, собственно, нормальные города ставить некуда. И, в принципе, надо преслов захватывать. Он нормальный вполне город и впишется в мою вот эту империю. А где у нас Арчи живет? На другой карте, походу. Я не знаю, но, видимо... Границы Китая вижу. Кто-то говорил, что Арчи надо. People cannot find time for recreation.
or sooner or later to find time for illness. Строители производства золота от Инсулы пока рано, как мне кажется. Пирамиды построены. Что-то висит? Ну, подлагнул чуток. Ну что, может уже ему войну объявлять? Я вот думаю... Ну, я имею в виду Преславу. А подскажите, у Франции гвардейцы, они охотятся из мечников или строятся? Строятся, только строятся. Кто-то уже задумывается, на кого гвардейцами нападать. Ну, блин, тут же это. Все помнят 812 год, что тут задумываться? If I were again beginning my studies, вроде России у нас нет. I would follow the advice of Plato. А есть, да, только я не нашел никак. Не-не, нету России. Извини, Китай. Ну, не деться никуда. Поджат всех сторон. Конго вообще агрессивный. На одного наехал, на другого сейчас наезжает. Обезьянка, одним словом. Ты как, полностью, что ли, хочешь забрать его? Не понял вопроса. Полностью забирать будешь? Все города его себе оставлять будешь? Да там городов-то? Три. Ну. Не, давай этот Гуанчжоу его сжечь. Гуанчжоу сжечь? Можно и сжечь. Зачем сжигать города? Угу. Тоже не понимаешь, Сандра, да? Да, да. Не, ну там Нью-Йорк, который в одного жителя, я бы думал действительно его сжечь. Там три уже жителя, ну, на самом деле. Там 4... уже три, да, но на тот момент был один, что его ты? Поставил на клетку выше. Это сожгу. Не буду я. Отлично, я поставил город, все классно сделал. Но ты его очень хорошо поставил. Действительно, если бы ты его поставил по-другому, я бы, наверное, напал все-таки. А так, блин, пока эту речку перейду, пока то. А ты его не обстреливал бы, пока вплотную не подошел бы. Ну да. Не, ну только с одной клетки, которая через реку вот на той ну, равнине. Ну так через клетку, да, через реку, но она простреливается минимум двумя моими юнитами. Да, а то и тремя. А то и тремя. Раз, два. Ну, в принципе, вся равнина, город, холмы. Она вообще печальная была очень. Так что все будет...
О, американец под француза город ведет ставить, да? Что-что? Американец под француза город ведет ставить. Да в каком месте под француза? Ну, тут до француза 4 клетки. До крайних границ, может быть, и да. Нет, тогда можно сказать, что ты Воронеж под меня поставил. Я так стоит прям. Нехорошо. Может, скорее Леон ты под меня поставил? Нет, Леон стоит в 4 клетках от Парижа. Сандра, вот эта клетка для тебя норм? Я её не вижу. Ну и что, ну он за горами стоит? У тебя столица-то за горой? А там так хорошая дорога есть. Для меня, да, это норм. А ты что, я Кумаси иду сносить вообще, да? Я вижу, да. Просто, а тебе нужен этот город здесь? Зачем? Ну, во-первых, стратегически пусть стоит. Во-вторых, ну, смотри, на этих холмах ресурсы мне... какие-нибудь будут стратегические. В-третьих, клетка на плюс 5 науки, это круто. Ну, как по мне, место отстойненькое. Место отстой, но оно же есть. Логично, ёпта. Ну да. Оно же есть. Не, ну блин, тут дофига холмов. Там тут построить, я не знаю. Хочешь ставь. Вообще не вот. Место говно, но все равно столица открытая. Я не против. Ну потом хоть каких-то ресурсов мне должно завести стратегических. Ты думаешь, что я для тебя шел? Я думал, что, блин, пока у меня, поскольку у меня нет ни лошадей, ни железа, я думал быстро на тебя, блин, на кого-нибудь срулить, пока эти ресурсы не играют роли. Ну, у меня с железом был косяк, а с лошадями все было... Вот. А у меня ни того нету. С лошадьми. У меня ни железа, ни лошадей. Тут все норм. A man on a horse is spiritually as well as fit. Кого не стало? Меня. Жабу запилили. Жабу выпилили все-таки. Ну что, мы типа сейчас сдаемся и признаем Арчи победителем, да? В смысле, почему? Ну он же вынес одного игрока, все, теперь мне тут говорят, что типа 3-4 часа мы играем. Как раз. Вот вынесли. Вынес, я имел в виду, когда уже там много городов, кавалерии какой-нибудь, а тут я только себе плохо, хуже сделал. Но у меня выбора не было, у меня тут некуда селиться просто-напросто. Я затупил и хотел поразвиваться. Ну ты молодец, кампусы строишь, ты видишь, что я генерала строю, ты кампусы строишь. Ищу и проекты фигачишь.
Я думал, ворубу быстрее. И чтоб твоя арба сделала коня. Ну да. С генералом, ну, два удара, нет твоей арбы. Подожди, ты же Греция против коней, что ты гоплитов-то не фигачил? Он уже вышел. Давно. Джек, ты не объяснишь, зачем тебе Джакарта в роли союзника? Просто чтобы она у меня не была, или что? Это девушка на деньги. Да, так у тебя нету ни одного коммерческого района. У меня в Руане есть коммерческий район. И еще один строится. Тем более, очень полезно видеть, так сказать, территорию. Китайцы, вы там с Конго воюете, да? Серьезно Конго настроен? Ну, мне тоже деваться некуда. Серьезно настроен, конечно. Я зажат между всеми, поэтому мне надо что-то решать. Да, у меня дружба с Китаем. Что Конго настроен самым серьезным образом? Конго, Америка, у вас нечего, никаких ресурсов поменять на вино? Могу, знаешь, что тебе предложить? Красители. Давай. Пока ничего нет. Потом будет, но пока нет. Только раз, два, три, на четвертый ход, через четыре хода, короче. Так, ну я тебе кинул. Ты я сам потом кинешь. Слушайте, там у человека нету ни коней, ни железа, зато 50 науки, блин. И обмирание с рядом. У кого уже 50 науки? Ну, у того, у кого вынесли. А, у деда, что ли? Мне не нравится, играет, а она прямо лагает. Варвары. Я помню, как я недавно играл за того же самого Кира. Тоже по науке пёр вперёд. Я не понимаю, почему у тебя американец не снес, если у тебя нет ни коней, ни лошадей.
Ну что, я сам расселялся пока, чё? Откуда он узнал, что у меня их нет? Мы замирились, Сядчев, в тот момент, когда эта война никому не нужна была. Как ты предлагаешь, по дружбе воевать? Ну или кто там рядом с ним еще? Конго уехал направо. Ну уже видно, что кампусы строят, нет? Значит, армии не будет. У кого? На самом деле нет, я сейчас строю коммерческие зоны, не кампусы. По науке ты не прав. Селитра-то у меня есть. Что-то у Франции дофига очков великих людей в военном лагере копится. Мне кажется, преслов я возьму только арбалетами уже. В принципе, стратегически вот этот вот непонятный акт о ранней агрессии, что мы потом все замирились, был, по-моему, весьма неплохим ходом. Вполне. Отвлечь внимание? Отвлечь внимание, да. Вот сейчас, друзьяшки, сейчас, собственно говоря, я вышел, выхожу скоро в мушкетеров, у меня есть селитры, и нормально, там дальше уже жить можно. Потому что пророка вообще, мне надо все-таки лавру построить где-нибудь. Что делать? Наверное, в столице надо лавру будет построить. Религия тут не помешает имху. Defense is superior to opulence. Блин, сейчас я, наверное, потеряю еще лучника. Это я фигней занимаюсь. Просто проверить, как сильно будет по преслову убить. А, может попробовать подставить. Ну что, будут атаковать мне этого, ну, из города, то, ага, все-таки скаута, отлично, тогда ладно.
древние стены надо построить. Рудник мне, к сожалению, негде. Давайте лавру. О, плюс 7 аж. Буду пророка получать. Подтягивается это. Осторожно, поселенцы. Да вижу. Нет, ты не видишь, там варвар залез. А. Я туда хочу поставить. Американец, дай открыть границу, пожалуйста. Я пробегу. Снайки вниз. Давай. Конечно. Француз, а что ты не рассмотрел виноград на свиней? Я думал, ты принял давно. А оно висит. Что у тебя есть? А у меня есть виноград. А почему мне не показываешь, что у тебя есть виноград? Ну тогда отменить там, типа. Да, я отменил все. Я, если честно, даже не видел. Слушай, ну свиней у тебя немерено. Ты если... пророка получишь, принимая ислам. А ты, кстати, будешь делать религию? Буду, наверное. Ну, тут, конечно, была бы крутая Петра, но... У этого города нету производства просто, так что особо гнаться. За Петрой я не собирался. Сколько древние стены строятся? 2 хода. Ну, успею после лавры.
Смотрите, американец проекты делает на этого великого человека. Больше нефиг делать. Ну, хотя хороший, конечно, человек. Плюс одно, плюс один торговый путь. There is no easy way to train an apprentice. А, смотрите, француз Петру построил. Ну, у него ли он и хорошая, конечно, Петра, не спорю. Да ладно, ёперный театр. Вот это очень плохо. У меня уже и армии нету. После этого можно четко объявлять Арчи победителем, блин. Сейчас смотрите, что будет. Че там? Ну, там 6 коней подошло к тем городам, которые от меня войска у Китая все. Твоим? Да. Гонголезским? Да. Ну, если только вы денег дадите на этого, на копья, штуки 2, чтобы я купил, тогда да. А вообще откуда ты прибежал? От севера. With the advance of feudalism came the growth of iron armor. Until, at last, a fight. Спасибо. Посадить на копья всегда хорошо. А он чем, рыцарями прибежал? Да, садниками. Это вот по этой вот дороге жизни, которая идет, да? Ну, которую Перикл мне построил. Ему, вернее, построил, видимо. В качестве благодарности за быстрый снос. Слушай, ну если он там наверху, то на территорию-то завались. Ну, я... Там... Ну, сколько городов? Там же берегов. А чё коням
простаивать, объясни мне, пожалуйста. Не, я согласен, как бы, специально. Ну, просто ты говорил, что у тебя территории нет где расселяться, а у тебя территории-то завались и больше. Там, где я уже полуостров видел. Не, ну как бы я вижу, что вот на этом перешейке можно спокойно пихнуть три города точно. Учитывая то, что ты Австралия, как тебе вообще по барабану на побережье, на жилье. Не переживай, я все пихну сейчас. Все нормально, он переварит. Дай попереживать-то. Да он, собственно, по-моему, всю игру и занимается тем, что пихает. Все впихивает. Жаби напихал вот сейчас. Кому он пришел? Конго? Конго, ага. One man's magic is another man's. Вот там, где я родился, все, мне надо было поставить. Справа жаба, все, мне там тупо некуда было ставить город. Да. Кунга, ты вообще-то бьешься? Ну-ка. Стараюсь отбиться. Ну, что-то кажется, что Бумби, по-моему, падает. Бумби может упасть, да. Не, ну вот армию сейчас я его похороню, все. Америка занимается проведением в коммерческом районе вот этих. Так, мне нужно еще одну монетку для инвестиций в центр коммерции. Спасибо. Не хватает. Дает одну бесплатную копию редкого ресурса этой клетки вашей столицы. Странный перевод немного. Типа еще, например, одного чая, да, еще один чай могут дать. Если я получу того чувака. Фронта воевать не буду. Китай, замиримся или как? Гребаный Ереван, 15 юнитов. Город тебе верну. Ну давай. А то Конго потом до тебя доберется. А Конго, говорю, этот Австралия. Я думаю, там скорее он в другую сторону пойдет. Ему же не нравится то, что у меня наука идет.
команда, ребят, где там его? Не так много сил. Это кого, Кумаси захватили? Да нет, никого не захватили. Мне только что сообщил, что побежден игрок какой-то. Это я тебя нашел. Дай. А, блин. О, ребята, я знаю, кому этот кому вы этого великого ученого оставите? Хильдегарду Бингенскую. Он же вам никому не нужен. Поэтому и оставляем.
Ладно, не буду брать иудаизм уже для России. Давайте православие примем. Блин, или жилье взять, или производство. Производство возьму. У меня слабовато с производством, откровенно. Такая местность не очень. Так, веры у меня много. Франция, сделка. Джек, ты тут? Да, тут. Сделочку посмотри. Да, нет. Сандра, помнишь крабов? Каких? Команд. Ядерных, да. Помню. Да. Но теперь есть такая же клетка, только без крабов. Понятно. Ты зачем клетку купил в Милетосе? Как зачем? Я же сказал, что я его ставлю для того, чтобы получить стратегические ресурсы. Я тебе могу право прохода дать. Понимаю, я вижу и так. Поэтому и спросил. Ну, у тебя там железо есть, кумась. Знаю. Ну, тебе одно, мне другое. И потом, как-то этому городу вообще расти надо. Но все равно, следующую клетку буду болото покупать. Да, китайцы, я тебя, конечно, немного не понял, но ладно. Ты думаешь, китайцу интересно, что ты на него пошел дальше? Ну, он... Ты же вроде с ним воевал, а не... Ну, блин, он же отдает отчет, что будем дальше. Слушай, я армию не строил, я пришел тем, что было. Сандра, так ты чё, кумаси не берешь? Я регрув делаю небольшой. А. Не, конечно, классно, у тебя тундра. Конго, ну я могу тебе дать этот город без боя, как бы. Сейчас там только, пока я не могу кидать. Ну, города мало мне. В смысле? Сейчас похороню сначала армию, которая пришла, чтобы у тебя, чтобы ты прочувствовал всю, все тяготы военной жизни, так сказать, на своей собственной экономике. А потом будем решать, что делать. А кто это там уже две театральные площади построил? Греция, что логично. Ничего, никто не хочет его наказать? За Грецию? А в чем проблема с театральными площадями? Ну, в том, что ты что-то другое не строил, значит. All the world's a stage, and all the men and women meal.
Греции построить театральную площадь, по-моему, это не такая уж большая, не такое большое напряжение. Ну да. Я могу сказать там по-другому. Кто-то построил Стоунхендж, значит, наверняка он что-то другое не строил. Да, у меня Стоунхендж аж 3 хода строился. А у меня театралки по 1 ходу, чё мне? Ну ладно, ладно, не заводись, чё ты. Кто заводится? Ну ты так усиленно объясняешь. Что да, те театралки, как бы нужно так. Нужно воспользоваться этим моментом и прибрать к рукам весь Конго, без твоего участия. Ну так я вообще не понимаю, зачем он с тобой мир заключил. Так, мир заключил, это же временное решение. То есть я-то не справлюсь уже с его войсками, ко мне прибегут сейчас рыцари, как минимум. Дипломатия опять зарешала, да? Сейчас будет грызня между Конго и Америкой, судя по всему. Конго, ну я тебе могу мир заключить с собой, мне уже забирай назад. Конго и Америка, я говорю. Это не имеет никакой компенсации. Ну, что я и так получу, понимаешь? Ты предложи мне что-нибудь больше того, чем я получу и так. То есть ты хочешь сказать... что я не заберу эти города, я заберу их. Я тебе предлагаю не воевать. Пока там у тебя соседи на тебя зуб точит. Меня не точит зуб соседи. Кто тебе сказал, что на меня точит зуб соседи? Ты минуту назад говорил, что сейчас к тебе китаец придет. Я сказал, что... я бы на месте китайца так поступил бы под шумочек. Продам реликвию. Не, чё ты смеешься? Ну просто разговор про войну, там все, и тут продам шкаф, знаешь. Продам реликвию. Но она мне бесполезное место занимает, я не знаю, куда пихнуть. Конго, давай я тебе продам реликвию, тебе на бонус хотя бы. Реликвию? И за сколько ты ее продашь? Понятия не имею. Почему нельзя из шедевра выкинуть нафиг? Смотрите, что тут происходит. У нас на возрождении будет интересная возня, судя по всему.
О, шикарный ученый кому-то достанется сейчас. Нормальный ученый. Я возьму с удовольствием даже. Леша, я смотрю, рекламирует бросовый товар, да? Почему бросовый? Вот следующего три, я не буду брать. Три озарения — это для тебя бросовый товар? Да ты слишком много ешь. Там следующий или через одного будет на университете? Ну, через одного, да, но следующий не обязательно. Ну, там же рандомно, понятно, что... Не, ну мне же до сих пор возрождение. Возрождение, по-моему, ничего такого нормального нет. В следующем, по-моему, получше. Почему? Есть. На библиотеке университета, по-моему, какой-то. Прям в средневековье. Я не помню. Уже надо смотреть. Читать. Искать. Один на библы. На и... библы уже ушел. И университеты. Нет, там... На библы это вообще древнее. На универы два есть. На да, плюс два и на плюс четыре. Не слышу предложения от... Мне же ты сказал, не воевать. Я с тобой воевать не буду. Вот мое предложение. Этого мало. Меня-то все устраивает в этой войне. Продолжайте. На этом пока все. Играйте в умные игры, а продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.